И к другим темам. Челябинская область начнет отопительный сезон в срок. Котельные и сети уже готовы на 98%. Ситуацию в самых проблемных городах и районах держат на контроле в правительстве региона, чтобы сроки подачи тепла не были сорваны. Это поручение губернатора Бориса Дубровского. Это, безусловно, подготовка котельной в городе Юрязани. А уже ежегодно, традиционно, безусловно, подготовка в городе Копейске. У нас на особом контроле город Троицк, новая котельная. И сейчас заканчиваются работы по реконструкции системы газоснабжения. Мы понимаем, что до 1 октября, сейчас уже есть понимание, что до 1 октября эти работы будут закончены. На ремонт сетей и замену неэффективных котельных в регионе направлено 1 200 000 000 рублей. 350 миллионов из областного бюджета по решению Бориса Дубровского. Остальное – средства муниципалитетов и коммунальных предприятий. Отмечу, сейчас, чтобы начать отопительный сезон, не обязательно ждать, чтобы в течение 5 дней подряд держались холодные температуры. Теперь решение о запуске котельных принимают главы городов и районов. Так в Кусе батареи потеплели еще на прошлой неделе. А вот в Челябинске включать тепло пока не планируют, заявили сегодня в мэрии. Дневные и ночные температуры сентября еще остаются высокими.